Это деревня или город? Вот это мне вообще непонятно, вот это там, как оно у них, вот это вот. Непонятно, что заканчивается деревня. Вот эти входы, блин, возле вот дороги, это вообще... я вообще в шоке. Выскочил. Ну, открывает это дверь и выходит на дорогу. Пипец. Это Италия, детка. Ну вот, что-то закончилось. Полина Лоу. Это прекрасно, что ты прочитал. Но это шо? Ну, напиши Волина Долина, я знаю, что это выскочит где-то там еще. Усе следующее начинается. Усе. Да чтобы не ходить далеко в усе, гости. Усе. Пугна... Пугнано. Ну, зато церковь своя из колоколами. Там наверху три колокола висит. И один, который, ну, они же там, когда башня наклонена, так... Так, деревня в Тоскане. Центральный административно входит в состав коммуны Сан... Вот тут одни мы были с тобой. Провинция Пиза. Провинция, коммуна, деревня, блин, это тут капец. Домик стоит, а под ним речка течет. Нормально. Места больше нет. Что-то мельница была раньше. Вот. Типические итальянские деревни, такие по горах, это домик. Через Неву вчера ехали, чтобы сейчас направо наверх. Сейчас мы через мост будем переезжать. Светофор не горит, правильно? Нет. Нет, не она. Это значит было где-то выше в горах. Мне нравится, как они на домах ищут. Миллион.
А это ЖД вокзал. Речной? ЖД. Чем ты хочешь Через 400 метров поверните направо. Поверните направо, затем поверните налево. Поверните налево, затем вы прибудете к месту назначения. Это сейчас надо найти в рецепции, правильно? Вы прибыли к месту назначения. Похоже на рецепцию, нет? Да хрен его знает. Ловила написано. Лобала. Вроде как, да. Вот этот шлагбаум. Вот кэпы стоят. Ну да, сейчас пацаны куда-то зайти, узнать где. Если вообще есть места. Ну да, там рецепция. Пойду сейчас, пойду спрошу тогда.